Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру «Боссы подземелий». Так, Ревард мы с вами забрали ежедневный. И давайте-ка прямиком прямо в портал. У нас там будет бесплатный призов сундучка. И посмотрим, что нам из него, естественно, выпадет. Summon free. Так. А вот он, сундук, и достается нам, ё-моё, ну, 6 маленьких пробирок на опыт. Они, конечно, меня порадовали сегодня, ничего не могу сказать. Забираем с вами Claim, Reward Collection. И теперь со спокойной душой и с чистой совестью, думаю, можно отправляться. Хотя нет, подождите, давайте-ка глянем, наверное, на наших героев. Хотя, в принципе, здесь у нас все нормально, да, смотрите. Ну, можно было бы жнеца, но сейчас не будем. Потом как-нибудь. В общем, давайте продолжим с вами кампанию. Я думаю, оно того сегодня стоит. Как вы заметили, мы с вами на 11 главе. И последняя часть здесь. Ребят, я вижу, боссик у нас будет здесь. Бригаду оставляем, пожалуй, такую же. Что такое? Эпическое подземелье? Хе-хе. Ладно, для нас это не помеха. Поехали, будем смотреть, что у нас тут за такой боссик будет. О, архаровцы. Ну, красавцы, сейчас вы меня будете получать по полной программе. Все. Скелетики, оказываются ватные, распадаются на ура. Ладно, поехали дальше. Ничего не выпало, жаль. Так, слушайте, ну уж больно какие-то. Они здесь легенькие или мы перекачанные? О, сундучок, давайте мне ящик. Ну, у этого предположим. Эй, только золото дали. Блин, а с деньгами-то у нас, ребятушки, напряженочка. Ух ты, смотрите-ка. Какие-то два мини-боссика здесь. Опа, 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 смотрите, что делает. Поджигает мне моих юнитов, а. Ну ты, демон, даешь. Получил свое? Так, а теперь рыцарь. Что это такое сделал, а? Хм, непонятно мне. На-ка, получи. Так, ну, я думаю, что должны, в принципе, забомбить. Без потерь. На худой конец, ребят, у меня есть пробирочка от хила. Если что, кого-нибудь восстановим. Так, упал он, все, двигаемся дальше. Кто здесь? Опять скелетики, ватные скелетончики. Давайте их быстро разбивать. И уже следующая волна будет уже босс. Ну-ка, уж боль... О, ящик дали. Уж больно мне интересно посмотреть, кто здесь такой у нас будет. Что за босс в эпическом подземелье? О-о-о-о, кто такой? Кто такой? Эй, браток, смотрите. Какой-то якобы был когда-то великий воин. Сейчас он стал скелетом, но для нас это не помеха. Так, блин, что это такое? Смотрите-ка, скелетики восстанавливают себе хп. Хм, давайте-ка, ну-ка, вот так вот, думблейдом. Хорошо пошло, я это вижу. Теперь токсик мой. Скелеты готовы, ребята. Остается вот лич это у нас. Добить лича. Что он делает? Опять призывает. Хорошо, о-о-о, тихо, братиша, успокойся. Надо бить лича, ребята, иначе он будет бесконечно призывать вот этих вот своих скелетиков. Не будем растрачивать свою энергию попусту. Будем, что такое, сакрафайс какой-то он применяет. Что он тут хочет замутить? Эй, нельзя позволить, я боюсь, что это будет что-то глобальное такое. И что, что, а? Да-да, убирайся туда, откуда ты пришел. Да-да, именно туда, в бездну. Фу, довольно легкий, ребята. Если честно сказать, босс. Золотой сундук, вау. Карточка жнеца мне достается. Да, давненько я не получал именно жнеца. Так что я доволен, как удачник. Получаем свой заслуженный ревард. Отлично. Карточки жнеца мы получили. Давненько я не получал, кстати, на него именно карт. И меня это радует. Так, забираем здесь. Ага, Эльдору карточки и леди. Хорошо. Ну что же, я думаю, наверное, ребята, пора нам с вами посмотреть, что будет в 12 главе. А ну-кася, какой-то склеп, что ли? Подожди. Блин, я думал, что склеп, нифига. Так, смотрите, сколько мы уже с вами прошли. Давайте-ка глянем сюда. Мне просто... Сашка пишет, опять ты пропустил там то-то, опять ты пропустил там это. Ну, давайте уж сходим на этот раз, потому что я действительно забываю сюда сходить. Один раз в день можно навестить. К тому же оно всего лишь один раз в день недоступно. Так, загрузочка и... Так, это у нас что здесь? Кто такие? Ой, смотрите, грибочки, желейки. Че ты там орешь? Маленький, да? А визжит как таракан.
На, получи. Ну и сравнение, конечно. Визжит, как таракан. Кто бы слышал. Ну, и здесь у нас, смотрите, вот маленькие призраки. Какой? 24-25 уровень. Да не... Ого, а бомбят-то как, не по-детски. Блин, что-то у меня все герои горят, бедненькие. Так, получи. Блин, смотри. Хоть они и слабенькие, а с одного удара не ложатся. Ну ладно, давайте подхилим моего Shadow Blade. Да погибнет уже, все, грибок готов. И тут у нас босс встречает нас. Кто такой? Желеха, что ли? А, нет, ребята, босс у нас вот это вот яйцо с крылышками. Прыгает там что-то. Ну, вот так вот, Doom Blade. Ну все, пора его добивать, о чем будем на нее смотреть, любоваться. Смотри-ка, что-то выделывается еще. Ну, Shadow Blade, молодец, красавчик. Забомбил яйцо все-таки. Ого, сундук какой. Ядрить тебе? Нифига мне надавали там этих яиц. Отлично. Действительно, по-моему, я зря забываю это проходить каждый день. Надо как-то запомнить это все, чтобы впредь такого не повторялось. Забираем, конечно же, ребята, реварды вот эти вот. Ну и, разумеется, пойдем с вами дальше продолжать. Так, в компанию. Где у нас этот остров? Вот он. Блин. Ну давайте попробуем еще разок нажать. Оу, прокатывает. Я могу за ключики. Хе-хе, хорошо, что тут достается нам. Смотрите-ка, все даже очень круто. А, все, один раз. Блин, ребят, ну я так не играю. Хотя, подожди. Погоди-ка, я что-то не врубился. Ну-ка. Точно, всего лишь один раз можно сделать. О-оу, печалька. Ну, ладушки, ничего я здесь сделать не могу. Один раз всего лишь, или два. Так, ну а по золоту, давайте-ка вот сюда мы с вами забежим. Охламоны какие-то тут у нас будут встречаться, в основном все викинги, я так понял. Ну, ладно, пора им навешать немножко тумаков, чтобы они знали свое место. Ну, где они? Хе-хе, вот они, охламоны. Ёлки-палки, почему-то вот эти чувачки мне напоминают Кратоса. Не знаю, почему такая ассоциация. Видимо, по их раскраске на лице. Так, все, готовы. Двигаемся с вами далее. Я так понимаю, сейчас только они здесь и будут у нас. А нет, смотрите-ка, здесь уже совсем другие. Хорошо, будут и они получать у нас. Довольно легко разбираются. 25 уровня они. Так что, никаких проблем. Ага, тут у нас уже смесь Кратосов и викингов. Ладушки. Будут, естественно, тоже отгребать свое, заслуженное. Ничего такого страшного они не делают. Урона практически не наносят. Хотя Shadow Blade уже какой-то покоцанный у меня. Кстати, Фенол тоже. Но, согласитесь, ничего в этом страшного нету. У нас есть лекарство, мы можем любого подхилить. Даже лекарство есть у нас на воскрешение. Поэтому я спокоен. И у нас босс. Кто здесь будет? Какой-нибудь викинг, варвар? Ну, кто? Покажись! Варвар с двумя топорами. Ух, крутыш типа. Ё-моё, как ты мне посмел убить моего Shadow Blade, а? Ладно, не будем его воскрешать, так добьем. Все, падай. Отлично. Ух, победа, золотой сундук и... А, тут, ребята, да, тут же у нас только деньги. Что-то я рано обрадовался, думал, сейчас кого-нибудь получим. Ну и, в принципе, деньжата тоже не бывают лишними. Мне в данном случае нужно очень много денег на прокачку своих скиллов и так далее и тому подобное. Да, больше ничего. Хм, а здесь? Лаборатория алхимика. Ах, вот он. Ну давайте по-быстренькому пробежимся, да? Потратим ключик. Сундук и... Вау, сколько мы пробирок-то наполучали. Вот это другой разговор. Еще могу, что ли? Нет, к сожалению, больше не могу. По одному разику буквально. А этот откроется на 50 уровне. Ладушки. Нет, подождите, я кое-что забыл, ребята. Мне нужно сходить в подземелье и забрать свой ревард обязательно. Опачки, опачки, вы посмотрите. 400 тысяч, ё-моё, руна четырёхзвёздочная. Хе-хе. Прикольно. А за что такая мне щедрость от них, не пойму я, а? Странно, да, как-то? И почему-то не могу защиту поставить. Очень интересно. Нет, тут вроде бы все нормально. Ничего не поменялось. В рейд мы пока с вами не пойдем. Но почему я не могу поставить...
А, сезон закончился. Все, понятно теперь, в чем проблема. Тогда у нас только компания. А что, неплохо, погнали. Так, смотрите, у нас тут будут маги и ревар такой неплохой. Ладушки, Шадовблейда мы поменяем. Давайте вот, наверное, на, блин, на леди. Хотя, если честно, я не в восторге от нее. Ну фиг с ним, пускай. Она, по крайней мере, самая сильная из всех отстающих у меня воинов. Фух, посмотрим, как она себя проявит. Ну-ка. Ну, тут все легко и просто. Маги, я думаю, будут падать. Да, они так и есть, падают с одного удара. А Сума, ты смотри-ка, что делает, а? Он еще и станет. Ну, хорошо. Будем это знать. Тут всего три волны. Ладушки. Ага, вот у нас яйцо. Забираем. Маг. Блин, леди, ты даже мага не можешь забить. Да какая ты сейчас ватная. Ну, а чего хотите, ребята? У нее ни рун, ничего нету. Абсолютно не усиленная ничем. Так, этот падает. Блин, сейчас они мне, по-моему, на Мариэльку мою завалят. Если в такими темпами все будет дальше продолжаться у нас. Нет. Или же босс завалит. Сейчас глянем вообще, что здесь за босяра такой. Амимору, маг. Ну, с магами обычно у нас с вами короткий разговор. Сейчас должны его победить. Хотя, как сказать. Да нет, должны одолеть. Не может быть, чтобы мы тут проиграли или кого-то потеряли с вами. Все будет... Вот, о чем я вам и говорю. Стоило только лишь нашему некроманту плюнуть. И получаем карточку как раз такого мага. Но, честно сказать, я от него не в восторге, поэтому он мне особо не нужен, наверное. Кубал. Угу, понятно. Ну, а мы с вами будем, естественно, продолжать дальше компашку. Так. И, наверное, друзья мои, я все-таки поменяю леди, а знаете на кого? Есть большое желание взять с собой горгулью. Я думаю, что будет толку от нее здесь больше. Так что давайте мы с вами это как-то сделаем, реализуем. Так, убираем леди. И вот у нас горгуля наша 27 уровня. Ну, я думаю, что она даст фору практически любому моему герою. Ладно, поехали, будем смотреть, как у нас все это будет происходить. Ну? Ну, ё-моё, опять что-то с интернетом. Фу, я же думал, опять зависло что-то. Нет, слава богу, обошлось. Поехали. Так, открываем деньги. И у нас здесь волки и летучие мыши. Хорошо. Так, вы посмотрите, какие уровни у нас здесь. 30 и 31. Ага, понятно. Что ж тогда здесь будет за босс-то? Да хорош тут уже баловать, а? Смотри-ка, уворотливость он себе повесил. Блин, это волки опять, которые по три раза бьют. Надо с ними как-то заканчивать. Да-да-да, ребята, именно. Ну, как понимаете, автобой, он и есть автобой. И вот, босяра, переключаемся, ребята, на полный фэншуй. Посмотрим, что они будут делать. Ох, два. Так, в принципе, неплохо. Горгуля тоже делает свое дело. Отличненько. Так, ну давайте, добейте. Так, Думблейд делает свое дело. Один волк, по крайней мере, погиб. И Фенольчик. Да. Я даже почему-то не сомневался, что именно Фенол добьет последнего врага. Ёлки-палки, вот нам и достается вот этот маленький оборотень. Сколько, интересно, карточек. Сейчас мы посмотрим. Одну же, да, вроде бы одну дали. Ну, тоже, честно говоря, я посмотрел, не такой уж особый хороший персонаж. Да, он бьет, конечно, рьяно, и причем быстро, и очень много раз. Но неохота мне как-то. И тратить я здесь свои карточки тоже как бы не хочу. Нет в этом смысла. Так, что у нас по башне? Эй! Ё-моё. Давайте-ка зайдем в магазин и посмотрим, хватает ли у меня... Нет... 151 кубок, это, конечно, никуда не годится. Я ничего не смогу себе купить. Почему-то мало очень достается мне кубков. Как их зарабатывать, пока тоже не понял. Это что такое? Гильдии. Так, гильдии, гильдии, гильдии. Хм. Так, что здесь такое вообще? Ранг игрока. И что дальше? Ребята, мой клан, как вы видите, называется Red Wolves, то есть Красные Волки. Что-то я немножечко не догоняю. Видимо, что-то должен получить или еще получу, но в данный момент почему-то мне это недоступно. Видите, ревард и шиш тебе. Может быть, ивент какой-то идет? Я не знаю, честно говоря. Смотрите, вот ранг гильдии у нас
Ну, у меня нету гильдии. Я ее только создал, пока еще пустая абсолютно. Новенькая, свеженькая, русскоязычная гильдия. Так, ну что же, продолжаем с вами играть. Отлично. По крайней мере, сейчас уже в реварде идут яйца. И уже не простые какие-то там первоначально, а уже, по-моему, второй ступени. А их здесь 4, если я не ошибаюсь. И самые высокоуровневые, это, короче, многослойные. Так, ну, автобой здесь, ребята, делает свое дело. Так что я просто буду наблюдать. Ну, и если что, что-то корректировать. В крайнем случае могу оживить, рисануть своего персонажа. Все в этом плане. Ну, и, естественно, на боссе я уже переключу на все свои удары. В данный момент мы просто сейчас физухой бомбим. Без каких-либо суперударов. Воу-воу-воу-воу. Ниндзя, поаккуратнее, пожалуйста, со своими действиями. Так, еще две волны. Вот это ватные маги, ё-моё. Получили, хорошо, люблю такие быстрые бои. Ну что же, последняя волна, ребят, там уже потом нас будет поджидать босс. Так, так, так. А естественно, на боссе мы переключимся на другой режим боя. Так, готов и последний. Тоже готов. Ух. Так, переключаемся, ребята. Вот на этот режимчик. Воу, горгулья, нифига ты босс. Босса схватила. Слушайте, по идее, вот эти вот звездочки должны означать стан. Но почему-то все равно во время стана они могут применять свои способности и также бить меня. Непонятно, а может быть это и не стан вовсе, а просто легкое головокружение. Как еще это можно обозвать? Дайте-ка я гляну почту. Посмотрите, у меня на почте светится одно письмецо. От кого, интересно? От Талии. А ну-ка, она мне дает ключик. Ну, спасибо, Талия, большое тебе. Ну что, пора бы нам продолжать кампанию, хотя нет. Нет, ребята, нужно кое-что посмотреть. У меня же есть руна, я только сейчас о ней вспомнил. Причем четырехзвездочная. И кому бы ее влепить? Она красная, да? То есть на огонь. Слушайте, я, наверное, воткну ее, да, некроманту. А почему бы и нет? Но вначале мы вот эту вот удалим. Так, как ее убрать-то? А, ремув. Ну, давайте сделаем ремув. Хотя, ребят, подождите, нет, не будем мы с этим делом спешить. Мы посмотрим для начала крафт. Крафт, может быть, я что-то могу сделать еще. Ну-ка, давайте-ка глянем. Руны. Вот у меня две руны. Значит, на темноту и на природу. Так, двухзвездочная. Давайте, наверное, ее как-то распылим. Ага, вот. Массово причем. Отлично. И вот эту тоже будем с вами уничтожать. Хорошо. А теперь на крафт. Есть что-нибудь? Блин. Есть. На защиту мы можем с вами сделать руну. И... только одна доступна. Будем тогда делать, наверное, да, вот эту вот верхнюю. Ну, была не была, лишь бы фартанула. Что нам с вами скрафтится? Трехзвездочная. Но я могу ее укрепить. Давайте-ка вот так сделаем. Потратим 100 самоцветов. Есть! 5 звезд на защиту. Зашибись. Осталось только лишь, знаете, что нам? Прокачать, естественно, ребята. Но прокачиваются за деньги. Надеюсь, у меня хватит бабла, чтобы я по максималке ее раскачал. Так, ну что, где у нас применяется желтая руна? А? Вот у фенола. Вот это мы, пожалуй, с вами уберем. Ремув. Да, давайте еще и разберем до кучи. Да, я согласен, она мне не нужна. А уже воткнем как раз вот эту вот. Да-да-да-да-да, пятизвездочную. Давайте апгрейдим по максималке. Сколько хватит у нас? Блин, где деньги? Там не вижу, сколько денег нужно. Легендарная, ё-моё. Вот это я понимаю, вот это класс просто-напросто. Ну что же, вставляем. Так, подожди, вот так. Вот так надо вставлять, ё-моё. А не просто там на нее тыкать. Ух, 30 уровня. Легендарная руна. Зашибись, ну теперь ты, фенол, у меня будешь еще круче, наверное, драться. Я, по крайней мере, в это надеюсь. Комбинировать. Ну-ка, давайте посмотрим. Ой, ё-моё, тут столько нужно, чтобы скомбинировать. Ужас, ужас, как много. Да, о-о-о, тотемы уже какие-то здесь. Я таких и не видел еще даже. Но это, видимо, все будет впереди еще.
Ну что ж, давайте тогда, наверное, да, заберем с вами реворд и, пожалуй, будем закругляться. Ну, а вам, ребята, большое спасибо за просмотр. Обязательно с вами увидимся в следующих видосиках и продолжим играть в эту игру. Так что, всем пока, всем удачи, до скорого.